Тем временем правительство Украины запретило торговать с Крымом. Решение вступит в силу через месяц. Об этом объявил премьер Арсений Яценюк. По его словам, через границу и в том, и в другом направлении можно будет провозить только личные вещи, гуманитарную помощь и, цитирую, социально значимые товары питания. Что под этим подразумевает Яценюк, непонятно. Отмечу, что в Крыму и так практически нет украинских товаров. По оценке главы региона Сергея Аксенова, 95% от всего на прилавках российское. Что касается возобновления поставок украинской электроэнергии в Крым, по словам Яценюка, этот вопрос будет решать Совет национальной безопасности и обороны Украины.